Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Майкл Корс Грейсон. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим «Не беспокоить». Итак, для этого мы свайпаем вниз. Ищем здесь режим «Не беспокоить». Он выглядит таким образом. Нажимая на него, мы можем его включать и выключать. И на этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.